Сегодня же стало известно о кончине Льва Куракова. Ему было 77 лет. Причиной смерти стали осложнения при коронавирусной инфекции. Известный ученый, экономист, почти 19 лет был ректором Чувашского государственного университета имени Ульянова и один год президентом вуза. В его трудовой биографии руководящие должности в правительстве республики, Государственном совете, Академии наук.